Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их биографией. Гонсало Бильбао Мартинес, испанский художник, костюмер и профессор живописи. Родился в Севилье 27 мая 1860 года в семье состоятельного адвоката и старшего брата скульптора Хоакина Бильбао. При поддержке Хосе Хименеса Аранды он начал брать уроки рисования в раннем возрасте. По настоянию своего отца изучал юриспруденцию наряду с уроками искусств. В 1880-м получил степень юриста, но так и не приступил к практической деятельности. Продолжил занятия искусством и посвятил себя исключительно живописи. Как оказалось, его отец был доволен результатами и оплатил его на поездку во Францию и Италию вместе с Арандой. Его покровитель. Оставался в Италии в течение 3 лет, обосновавшись в Риме. Писал как городские, так и сельские сцены. Вернулся в Испанию в 1884 году. Постоянно переезжал из одного города в другой, писал пейзажи и не тратил времени на планирование каких-то новых поездок. Посетил Алжир и Марокко. Оттуда вернулся в Париж, где продавал свои марокканские картины. Путешествия его продолжались по всей Европе и Америке. В 1893 году был назначен членом Академии изящных искусств, а в 1901 стал президентом Атениума. В 1903 году сменил Аранду на посту профессора в настоящей Академии изящных искусств Санта-Исабель-де-Хунгри, где среди его учеников были Даниэль Васкес-Диас и Эухенио Эрмоссо. В 1904 году он женился на дочери французского банкира. Пожалуй, наиболее известен благодаря серии эскизов и картин, изображающей сигареras, изготовителей сигар, выполненных в 1910-х годах на королевской табачной фабрике. В последние годы жизни получил множество наград, в том числе орден Изабеллы Католической и орден Карлоса III. В 1935 был избран членом Реальной Академии изящных искусств Сан-Фернандо. Переехал в Мадрид. Умер в Мадриде в возрасте 78 лет во время гражданской войны в Испании, когда город находился в осаде. После войны его вдова пожертвовала его оставшейся работой музею изящных искусств. Вот так вкратце из переводной Википедии о Гонсало Бильбао Мартинес, испанском художнике, костюмере и профессоре живописи. Пока-пока, до свидания.